комментарии, очень приятно. Собирается определенная аудитория на канале, у которых есть интересы, есть желание общаться, получать удовольствие, так сказать, от жизни и, в принципе, от Ютуба в целом. Да, сейчас ситуация с Ютубом достаточно напряженная, и везде есть, возможно, так сказать, монетизация на Ютубе, об этом все знают, поэтому я тему, в принципе, это никак не поднимал. Поэтому смысл поднимать тему монетизации, если у тебя канал еще не монетизируется. Поэтому не застряю на этом внимание. В дальнейшем будем снимать, влаживать ролики, делиться впечатлениями о нашем автомобиле Lada Vesta, который я снимаю после покупки. Может быть, получится съездить буквально за пару дней, куда-то вырваться за город, проехать просто по дороге, прогнать машинку, крутануть немножко двигатель, чтобы раскоксовать, так сказать, его. Потому что за зиму вот с города никуда вообще не выезжал. И поздняя осень, и всю зиму, вот весна началась, с города машина не выезжала. Вы все знаете, что у меня немножко поднялся расход топлива. Средний он составляет 9,1 литра. Я, кстати, когда начинал только ездить на автомобиле, у меня была, так сказать, возможность не совсем по своей воле, а помотаться по... Опа, солнышко светит. А помотаться между городами. Ездил в Калинковичу. И обкатка, по сути, у меня проходила на трассовом режиме, да? То есть город меньше, больше трасса. Говорят, за счет этого очень хорошо обкатывается автомобиль. Ну вот я там тысячи, наверное, 2,5-3 я накатал. Ну, может, чуть меньше. Может быть, в районе 2-2,5. Так вот, обкатал я таким вот образом свой автомобиль. Но нужно заново выезжать куда-то, потому что постоянно вот такая вот у меня неспешная езда. Я потихоньку езжу, получаю удовольствие, так сказать, от автомобиля. Выедем, постараюсь обязательно выехать. Будет возможность посниму видео, потому что я сам в такой эйфории куда-нибудь прокатиться, потому что только город и только город. Так, сейчас мы вот с вами выйдем со второстепенной дороги на главную. Есть возможность, поехали. Дорога у нас убита, сейчас сразу перестраиваюсь влево. На мост будем заезжать не совсем по правилам. Будем сейчас перестраиваться сразу. Вправо поворачиваю, буду в крайнюю левую полосу становиться. Хотя там 3 полосы, но я так буду делать, чтобы не ушатать подвеску, друзья. Так вот, будем продолжать ролики снимать и дальше. Вторая передача, 1800 оборотов. Я вам скажу больше, автомобиль просто изумительно с этой коробкой работает. Даже в паре с двигателем 1.6 никаких нет нареканий у меня абсолютно. Машину не прошивал, как-то ребята писали в комментариях, прошивал машину, не прошивал. Нет, ничего, стоковая прошивка заводская, вообще ничего. И просто не могу нарадоваться, как себя ведет автомобиль. Дальше что, о чем еще хотел, друзья, вам рассказать. Ух ты, это яма только что улетела. Как их пообъезжать, я просто не знаю. Я как-то говорил, вот на мостах очень сильные ямы, познакомили, просто капец. Я не знаю даже, как их все пообъезжать. Куда-нибудь ты попадешь. Но опять же отмечу, вот снимал недавно видео про 15-е колеса, про их размер. Вы знаете, для города с такими разбитыми дорогами, особенно после зимы, это лучший размер вообще, что может быть. 15-е металлические диски на самом деле, и кто бы что ни говорил, это и для машины хорошо, и комфортно, и для подвески. Но опять же, видео в местном канале, посмотрите, я там высказался на эту тему. Ну и многие ребята меня поддержали, поэтому вам лайк, друзья, за просмотр, спасибо большое. Дальше, что, о чем я хотел с вами поговорить. По поводу Ютуба, да, я сказал, мы снимаем и будем продолжать снимать, то есть без сомнений, потому что на сегодняшний день это лучшая площадка, где можно и комментарии оставлять, и делиться своими впечатлениями,
И то есть непосредственный контент, тесная работа с аудиторией. То есть на всех остальных площадках это просто невозможно на самом деле, кто бы что ни говоря. Поэтому я ролики перебросил на всякий случай, мало ли вдруг забанят там YouTube и Беларуси. Поэтому я ВКонтакте все свои ролики перезалил, поэтому советую всем своим знакомым, друзьям, так сказать, начинающим блогерам на YouTube переносить туда свой контент. И в Telegram туда и туда перекинул. На Яндекс.Дзен я не бросал, не знаю, мне почему-то не понравилось. Ни раскладочки, ничего, это как-то все скучно совсем. То есть положу ВКонтакте свои видео и на платформу Telegram. Телеграм, в принципе, неплохо сейчас развивается, поэтому однозначно стоит туда бросать видео. Тем более, все российские блогеры в основном туда же переходят, в Телеграм. Поэтому основная аудитория, которая меня смотрела, по аналитике Ютуба я смотрю, это была Россия. Подавляющее большинство смотрит Россия, потом Беларусь и Украина. И также у меня был Казахстан, друзья меня смотрели, так что всем большой-большой привет. Я все вижу, слежу за вами, а вы за мной. Поэтому пишите, задавайте вопросы, обязательно по автомобилю, на все, что смогу, отвечу. Но опять же предупреждаю, я не лажу автомобиль, я его никаким образом не разбираю, для того, чтобы просто посмотреть, без надобности. То есть машина полностью стоковая. Я ощущения эти получаю и кайфую именно от такого автомобиля. Какие-то доработки я делал при покупке автомобиля, кому интересно. Я вообще ни за что не переплачивал. Я вообще на самом деле такой жадно-рациональный человек. Ну, в кавычках, конечно, жадный. То есть я не стараюсь не переплачивать ни за что. А если эта вещь стоящая, только в том случае я 10 раз подумаю, потом поставлю. Я даже, например, те же самые ветровики еще никак не поставлю. Все хотел подешевле, да хорошее. Но вы сами знаете, это не существует. И дешево, и хорошо. Поэтому думаю, если вдруг я поеду, посмотрю, сколько стоят эти ветровики у дилера. Мне нравятся именно заводские. Те, которые стоят на заводские тачки, такие вот, какие-то вот интересные по дизайну. Прописана там маркировка, по-моему, Vesta SV. Но мне прикольно, хотелось бы такие поставить, но я думаю, они сейчас будут стоить космос такой. Поэтому я не ставлю китайские. И, короче, езжу пока без них. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, хочу именно по дизайну. Я не говорю, что они как бы какие-то совсем там плохие китайские. Нет, мне просто нравится дизайн. Именно стоковые вот эти вот ветровики. Поэтому хочу поставить только их. Так вот, на эту тему я вам рассказал. По Ютубу рассказал, какие свои впечатления, поделился. Сказал вам, допустим, куда я переложил свои видео. Видео у меня много достаточно на канале. Кстати, и по вот этим вот аксессуарам, которые я брал у дилера, у меня есть ролик тоже на канале. Достаточно неплохо набирал просмотры. Поэтому я оставлю вам, так сказать, подсказочку. И посмотрите, на самом деле, что я покупал. Не хочу сейчас заострять на это внимание, но вещи только самые нужные и самые стоящие. И вообще, с учетом, видите, сегодняшнего подорожания, вы знаете, мне кто-то писал или говорил, или общался, я не помню. Мне сказали: Захар, так тебе надо было две Весты покупать. Ну да, с учетом нынешних цен надо было две брать. Ой, это точно. Что еще хотел бы вам, друзья, рассказать? Вот крутилась у меня мысль такая хорошая в голове. Сейчас постараюсь вам о ней рассказать. Блин, шикарная. Такие тормоза в автомобиле просто великолепные. Коробка, ребят, отмечу, она разработалась. У меня тоже есть видео на канале, можете посмотреть. Там, где у меня она плохо включалась, там были затупы на последнюю передачу, то есть заднюю, да. Не совсем корректно всегда включалась первая передача, то есть постоянно какие-то были нюансы. Но опять же, вот автомобиль у меня обкатался, 14 482 километра сейчас у меня пробег. Знаете, это изумительная коробка, еще раз повторюсь, я обалдею от механической коробки, о ее работе.
То есть я говорил уже на своем канале, что я бы уже, наверное, на вариатор бы перешел, либо на автомат, в плане не заморачиваться при включении вообще передач, потому что езжу в городе, вот видите, с первого раза я втыкаю первую передачу вообще просто моментально, парктроники стоят, поэтому вот мы паркуемся взад. Обращайте внимание, короткий сигнал идет такой, да, а потом пойдет длинный. То есть я паркуюсь, вот. Все, останавливаемся. По этому впечатлениям скажу, если уже кто-то хочет конкретно коробку, механику, берите, вообще не пожалеете, она классная. Она классная с механическими коробками, если сравнивать. Но я бы уже все-таки перешел бы на вариатор, мне так интереснее, что ли, попробовать. У меня никогда не было ни автомата, ни вариатора, вообще ничего. Поэтому я чувствую, что я бы хотел это попробовать. Поэтому все впереди, будем дальше жить, будем творить, будем зарабатывать и мечтать. Потому что если мы не будем мечтать, смысл тогда всех вещей теряется. Поэтому, друзья, спасибо, что смотрели, спасибо, что подписываетесь. Дальше будем обсуждать какие-то темы интересные. И самое главное, подкидывайте эти темы. Обязательно буду вам рассказывать, снимать видео и будем дальше общаться. Все, всем пока, друзья. Спасибо, что были со мной сегодня на канале. В этот солнечный, приятный день. Всем пока.